ребзя, ребятушки. Мы вышли гулять. Ночная Алания. Мы идем к морю. Вау! Волны просто бушуют. Тут, короче, рестораны. Все закрыто уже там. Свет выключает. Они, видимо, до 9, что ли, только работают. На улице тепло, хорошо, дождя нет. Классная погода. Вот вышли на прогулочку немного. Ой, надо пройти по песку. Без подсветки никак. Ну что, друзья, гуляем также по-прежнему по Алании вечерней. Сейчас шли по набережной, по первой линии, и классный ресторан нашли. Правда, ценники на меню такое прям, ну, такие достаточно дорогие блюда, там по 800 лир и так далее. Но зато цены на кальян 150 лир, первая линия, да, то есть прям вот море рядом, классно. Нужно будет туда сходить, вы... Оставайтесь на канале, смотрите, да, будет интересно. Обязательно расскажем про название, вот, если туда попадем. Поэтому нужно дождаться будет этого ролика. Кому интересно, конечно. Вот. Народу не так много. Кстати, вот здесь нет такого, как в Таиланде, например. Почему-то тихо. Стены не трясутся, люди не орут, как говорится, да. В барах особо нет никого, вон пусто, тишина. Но, наверное, это еще не совсем сезон, да, это понятное дело. Может быть, чуть позже, там, летом условно, да, там, в мае будет более, народу больше и будет движ. Прям такой максимальный. Пока движ только такой. Вот. Вот, опять же, ресторан, да, пусто. Пустота, никого нет. Да, хоккей показывают. Это СКА, ЦСКА должны играть. Ага, СКА, ЦСКА, хрен там. Или что это? Нет, это какой-то вообще ВЛХ какой-то, какая-то фигня. 4-1 счет, не знаю, это что-то какая-то Америка, наверное, НХЛ. Народу мало. Но здесь вот зато ребятки волейбол вон там играют. Тут вроде что-то ездит. Вот тут более-менее посадочка, люди есть. Прямо на первой самой линии. Мы немножко просто отошли от первой линии. Ну и то, знаете, пара кафе, они закрываются уже, как правило, где-то в 10. Да, в 10 часов уже никого нет. Сейчас время 8:30. О, видите, котик. Маленький лежит. Такое вот место. Короче, здесь это кошек, в общем, кормят. Приют такой в парке прям находится. Мы, кстати, снимали ролик предыдущий. Можете посмотреть про это место. Тоже интересно. Тут домики у них, их тут кормят, моют. То есть воду наливают, им еду дают. Здесь кошачьи домики, тут их сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, не знаю, штук 15 домиков. Вот разные котики. И большие, и маленькие. Вон гуляют они тут. Парк кошек вообще это считается, в общем. Тут очень много их можно встретить.
и здесь вот, и по самому парку. Довольно-таки интересно. Ну, молодцы. В прошлый раз мы видели, тут женщина прям сама оттуда вышла, вот там, чтоб или кормила их, или что. Ухаживают прям чисто тут хорошо. Потому что кошки для них это святое. Тут реально они всегда сытые, такие прям вот. Очень сильно они кошек любят, уважают. Ну, потому что я даже знаю, почему. Вот, потому что мусульмане, они считают, что чтобы жить было хорошо в этой жизни, нужно кормить кошек. Вот поэтому так и есть. Поэтому они к кошкам относятся лучше, чем к людям порой. Вон еще кот гуляет. В общем, тут их очень много. Ну, короче, все тусуются здесь вот, в центре. Буквально, получается, возле прям Домлаташа. King's Point, какое-то заведение, тут вот сидят, чилят. Ну, возле парка. Вот, ну, буквально, наверное, там 100-200 метров, получается, здесь, отходя, не отходя от пещеры Домлаташ. Здесь вот парк, фонтанчики. В общем, здесь вот еще более-менее живая атмосфера. А там дальше уже все. Но это тоже, знаете, вот мы тогда выходили на улицу 9:30. Сюда-сюда дошли где-то в 10 часов. Короче, в 10 здесь вообще не было никого. В парках там 3 человека. Заведения все закрыты буквально. Вот Starbucks только был открыт. И еще одно заведение. И все. А остальное все вообще заперто. И, ну, короче, ни о чем. Сейчас, через час вообще никого не будет. Здесь ночной жизни как будто бы нет. Почему-то так кажется. Ну, потому что мы не видели, понимаете? Хотя специально выходили на улицу вечером. Мы не видели, но это не значит, что ее нет. Ну да, но мы же здесь были, здесь нет. Может быть, где-то там. Есть улица. Где Домлата, не Домлаташ, а этот. В общем, короче, как не Домлаташ, где Махмутлар, короче, в той стране, может быть, еще да. Ну, поживее. Starbucks, ну это понятно, это люди просто привыкли, системники, кормят американцев, придурки. Ладно, шучу, их право, что хотят, то делают. Вот. Ну, кстати, тепло, слава богу. Ветра нет, хорошо. По поводу машин, кстати, с российскими номерами вообще редко прям видишь, раз там в 3 дня какую-нибудь машину увидишь одну и все. В основном Украина, либо Турция. Европа. Европейские бывают, но российских мало номеров. Кстати, да, вот немножечко о чаях. Вот такой вот есть чай в Алании. Здесь, я так понимаю, натураль написано, да, то есть чисто чай из красного яблока. Вот, тут даже написано на русском, да, то есть яблочный чай. Ну, способ приготовления, само собой, понятное дело. Здесь 35 грамм. Есть вот такой вот турецкий чай натуральный. Но они как бы продаются в упаковках. Да, то есть 5 штук, по-моему, 6 штук там в коробке. Вот, есть такой из оливок, я так понимаю, это листья оливкового дерева. Вот, здесь уже 10 грамм. То есть везде по-разному. Тоже тут, в принципе, то же самое. Способ приготовления. Оливковые листья. Приготовление этого бодрящего чая очень простое. Ну, то есть способ, как пить. Вот, называется Анталья почему-то. Хотя мы находимся в Алании. Вот интересно, такой чай. А бывает еще... Покажу вам, какого формата. Он уже... идет, знаете, как типа миксованный. Тоже такой же вот Анталья, только микс написано. Натурел. Здесь, я так понимаю, в составе, наверное, яблоко вот вижу, апельсин, гранат. Ну да, то есть у них получается есть разновидность красное яблоко, зеленое яблоко, оливки, гранат, апельсин. Здесь вот все в сборе, да, то есть микс получается. Но только... наверное, нет оливкового, потому что оно не нарисовано. Хотя, тут, конечно, не написано состав. А, ну вот есть портокал, алма. А, тут еще гибискус. Да, вот написано апельсин, алма — это яблоко, гибискус —
Апельсин, яблоко, гибискус. Ну и еще получается гранат. Да. Вот такой вот чай. Надо будет попробовать. Ну, здесь он чисто натуральный, то есть это только травы. Здесь нет самого чая, получается. Это чисто вот либо листья, либо получается шкурка, да, вот это вот. Не шкурка, а как называется? Кожура апельсина. Яблоки сушеные, получается, тут в составе. Давайте откроем, что я гадаю. Смотрим, сейчас скажу вам. Мы уже заваривали сегодня яблочный, чисто красный чай. Ну, такой похож на компот. Ну, что тут? Ну, да, вот видите, в составе тут, получается, сушеные здесь яблоки. Ну. Угу. Немножечко тут порошок какой-то есть. Ну, это, наверное, вряд ли это чай. В составе чая самого нет, как такового. Нужно пробовать заваривать. Вкуса нет, не знаю. Но чисто яблочный, похож на компот. Вот. В общем, будем пробовать.